Итак, ребят, всем привет, с вами канал 24. Ну что, и недолго нам ждать, да, пришлось. Мы знаем то, что у нас Euro Truck Simulator 2 обновился под новую версию 1.44, бета-версия. И, соответственно, сегодня, 21 апреля, Америка тоже обновилась под 1.44. Соответственно, в чем разница, да, что в Америке, что и так далее. То есть тут мы знаем, что в Euro Truck Simulator 2 немножко изменили Австрию. Там, соответственно, сейчас все и очень такие топовые просто водители ETS-ки, ATS-ки, я так скажу, которых имеется очень много подписчиков, катают однозначно по карте, которая обновилась. Но суть того, что у нас касается Америки, что здесь изменилось и так далее, то есть очень интересно. Поэтому сейчас давайте начнем. Низкая переделка фаза 2. Мы рады предоставить вам калифорнийский переделк фазу 2, калифорнийские переделки в рамках этого бесплатного обновления для владельцев Америки Truck Simulator 2. В центре внимания этих проектов находятся города Эврика, Юкия, Сакраменто, Рейдинг и Трака, которые были восстановлены с нуля, а также местные достопримечательности архитектуры, господи, и окружающей дорожной сети. Так, мы также попрощаемся с городом Сан-Рафаэль. Из масштаба карты нам пришлось принять трудное решение удалить город. Опа! Из внутренней экономики, чтобы компенсировать этому предоставим совершенно новый город, который будет больше и будет иметь гораздо большее значение дорожной сети. На этапе Калифорнии, на этапе третьего нашего текущего проекта, любые догадки, какой из них может быть. Насчет того, что удалить, я честно скажу, что не ожидал того, что наши разработчики возьмут и удалят. Но какой будет этап третий, ну тут сложно предположить на самом деле, очень сложно. Так, новая зона отдыха, стоянка также были реализованы. Но еще это не все. Вы также найдете новые активы, растительность, текстуры, придавая области совершенно новый внешний вид. Мы не можем ждать, пока вы исследуете его для себя. Ну, понятно, тут понятно. Функция возврата модов. Ребят, все то же самое. Функция возврата модов то же самое, как Euro Truck Simulator 2. Лицензионные параметры поиска интерфейса то же самое. Соответственно, когда мы направляем сюда стрелку, я так буду называть, и, соответственно, здесь у нас будет пишет либо модовые, либо уже основные части, так скажу. Исследование немаркированных дорог. Ребят, все то же самое, опять же. Что в Euro Truck Simulator 2, что в АТС, то есть, соответственно, мы теперь в 1.44 можем исследовать другие дороги, которые не исследовали. То есть вот так вот проще простого сказать, что мы будем ездить по тому месту, которое мы раньше не ездили, и все. Так, вот большой пример. Допустим, мы если ездили вот так через обход где-нибудь тут здесь встречались, то теперь мы можем через обход по дорогам, которые мы здесь не ездили, и совершенно на другую базу уже приехать. То есть вот так вот можно сказать. Обновление for Fanback я так до сих пор как-то не проверил. То есть тут такого плана все то же самое, как у Euro Truck Simulator 2. Умный последовательный сдвиг. Тут в принципе все то же самое, по-моему, да. Ну давайте. Теперь доступен дальнобойщикам, если они хотят включить его с помощью опции. Так что он делает. Проще говоря, когда вы последовательно переключаете вверх или вниз, он автоматически переключается на несколько передач одновременно. Зависит от текущего крутящего момента или скорости. Чтобы сработало, драйвер нужно переключение. Ну, то же самое все, грубо. Я даже не знаю, как это на самом деле, как это объяснить. Тут честно скажу, как я тупой, просто тупой человек на самом деле. Я не буду, я не могу это как-то объяснить. Ну, ладно. Горизонтальный замок внутренней камеры. Эта опция позволяет дальнобойщикам управлять видом от первого лица в салоне. А, ну тут в принципе понятно. То есть все то же самое, как в именно в Euro Truck Simulator 2.
сведения этой функции игроки могут найти ползунок параметра, который определяет коэффициент блокировки. При этом ползунок слева отключает. Соответственно, мы можем просто его сделать. Либо мы, я так понял, что мы либо на самом, очень близко мы можем посмотреть, либо где-то половину и так далее. То есть все зависит от... Ну, на самом деле, я хрен узнаю, только... Не знаю, не знаю, не знаю. Как бы, может быть, и... Регулируем высота подвески. Ну, тут понятное дело, как и ETS-ки, то же самое, все это можем делать. Ну, мы посмотрим, как это вообще очень интересно на самом деле. Так, в этом обновлении мы рады предоставить совершенно новый тип прицепа. А вот здесь интересно. Прицеп Drop Deck, что делает прицеп особенным. Так это, что имеет более низкий центр тяжести, он сочетает в себе преимущества бортового и low bay, что приводит к плоской поверхности высокой грузоподъемности. Вот такой у нас новый прицепик. Мы назвать... Ой-ой-ой, не будет. Мы будем обязательно его посмотрим сейчас. Он идеально подходит для перевозки предметных материалов, такие как авиационные двигатели, экскаваторы, погрузчики, велочные погрузчики и многое другое. Ну, понятно. Дополнение к третьему настраиваем типа кузов. Деревянный пол, алюминиевый пол, раздвижной брезент. Соответственно, мы это все это, пожалуйста, без всяких проблем. Все это меняется. Ну, тут пишут, да, то, что вы можете настроить. Передние стенки, дефлектор ветра, предупреждающие флаги, алюминиевые коробки, хром-коробки, боковые маркеры, задние баннеры. То есть задние бамперы и брызговики. Это все касается про вот этот трейлер. Сейчас мы его посмотрим однозначно. Мы его посмотрим. Так, конечно, понравится. Вариант интерьера Каскадия M2022. К сожалению, ребятушки, Каскадия у нас, у меня, я не могу ее посмотреть. Я бы, конечно, очень бы сильно хотел бы посмотреть, что тут изменилось и так далее. Но, к сожалению, тут уже в пролете, я скажу, потому что у меня... Каскадия у нас, она идет, по-моему, в Вашингтоне, что ли, да? Вроде, или я могу ошибаться. Фредлайнер Каскадия, да. Или не в Вашингтоне. Я уже забыл, где он. То есть, это отдельно DLC, уже, честно скажу, забыл. Вот, и, соответственно, я не могу это посмотреть. Новый маршрутный спецтранспорт. Соответственно, одним говорит, говорю, да, сложный маршрут. Специальный транспорт DLC предлагает игрокам уникальный опыт грузоперевозка. И сегодня мы рады сообщить, что 8 новых маршрутов прибудут на дороге Америка Трак Симулятор в этом обновлении. Также, как наше предыдущее обновление, новый специальный транспорт маршрута по ЕТС-ке. Наша команда хотела принести новый дополнительный контент для наших водителей в АТС тоже. Вы можете найти эти новые контракты между Люс в Сан-Пунт, Берлин и Ламару. Не понял. Так же, как наше предыдущее обновление новых специальных транспортных маршрутов. Наша команда... ну ладно, что-то я здесь не сильно вникаю. Ну ладно. Журнал изменений, пожалуйста, тут в принципе все обновлено по границе соединения для нескольких городов Нью-Мексико. Некоторые города Нью-Мексико получат переделку дорожной сети, исследование дорог без опознавательных знаков. То есть это все тоже общая карта исправления ошибок. Фонбэк, собственно, прицеп мы сейчас посмотрим. Каскадия, да, жалко, конечно, вариант интерьера. Обидно то, что я нереально не могу его даже посмотреть с вами. Функция модов, высота подвесок, ну понятно. Короче, ребят, мы сейчас, я что сделаю? Сейчас обновляюсь под 1.44 Евротрак Симулятор 2. Мы обязательно посмотрим, хотя бы просто посмотрим прицеп и хотя бы посмотрим именно на регулировку. Регулируемая высота подвески. Тут тоже очень интересно. Поэтому не прощаемся. Итак, мы находимся в Евро Трак Симуляторе 2. Ту, блин, а в Америке Трак Симуляторе 2. Идиот. Короче, я переодел футболку, потому что, да, к сожалению, сюда была немножко замызгана. Не суть. Короче, мы в Америке. Что теперь мы здесь можем делать? У нас 1.44. Поначалу давайте мы что сделаем? Мы, во-первых... Настроим нашу вот это, всю нашу любимую, где мы можем с подъемами и так далее наше делать. Не понял. А где?
Так, навигация, понятно. Ага. Так. Ключ зажигания, торможение, прицепа, управление подъемной осью, управление подъемным прицепом, управление подъемными осями прицепа, передняя подвеска вниз, подвеска, наверное, вот, слушайте, а тут переведено, а в ЕТС-ке нет, не переведено все-таки, а тут переведено. Вот видите, передняя подвеска вверх, вниз, задняя подвеска вверх, вниз. Блин, ну круто. Тут, соответственно, тут здесь уже у нас все переведено. Нормально, нормально, нормально. Так, давайте Б. В. Ну это хрен с ним, это блокировка. С. Х. Все. Интересно, а почему так? На самом деле, кто помнит, Евротрак Симулятор 2 не было переведено, то есть, соответственно, все по-английскому было. Я думаю, со временем, может, переведут. Но здесь, пожалуйста, без всяких проблем, то есть, ну так проще это будет. Подожди, мой самый... Да подожди, самый топовый грузовик, не заводись. Вот теперь надо заводись. Ух, просто мощинца. Давайте смотрим, что у нас тут. Так, есть. Все опускается, все, пожалуйста. Без всяких проблем. То есть на низ, наверх. Все у нас это есть, без всяких проблем. Что у нас по карте? В принципе, ничего такого нет у нас. То есть тут Санта-Мария, пожалуйста. А, я не помню, вот это был... Не, на Галес, по-моему, и был уже. Видите, маленький, очень маленький вид, к сожалению, у меня. И Каскадию, к сожалению, не могу прикупить. Ладно, ничего страшного. Короче, суть вы поняли, да, что у нас все... Все работает. То есть у нас все работает без всяких проблем. Окей, по прицепам. Что у нас по прицепам? Давайте мы покупим прицеп, посмотрим. Наш красавец, где он? Вот он, этот красавец. Вот он, этот наш красавец. Что у нас состоит? Соответственно, мы можем одиночный прицеп плюс кузов у нас либо так, либо так, либо так мы можем выбрать. Соответственно, без всяких проблем. Оси. У нас, соответственно, очень много осей. Это прям... Для Америки очень удивительно. Не то, что касается в Евротраке. Потому что, к сожалению, там Евротраки у нас мало. Так, что у нас здесь? Цвет, все понятно. И аксессуары мы здесь поменять, как нам и сказали. Стальную стенку можем поставить. Без всяких проблем. Либо мы ее можем вообще убрать. Ну и, соответственно, мы можем сделать большую негабаритку. Тоже все это поставить. Ну, тут, понятно, фары, соответственно, и плюс какие-то проблесковые маяки тоже все это есть. И плюс эксклюзивы тоже все это у нас есть. Соответственно, вот так вот. Круто! Круто! Давайте посмотрим его, что мы можем брать и так далее. На самом деле, очень интересно. Почему бы нет? Так, а мы его должны... Давайте мы сейчас его зацепим. Слушайте, вот, по-моему, мне кажется очень интересное обновление, чем в ЕТС-ке почему-то. Ну-ка, мы можем его... Вот, мы его подняли, можем немножко опустить. Поднять немножко. Давайте мы что-нибудь возьмем из прицепов. Давайте посмотрим, что можно вообще загружать и так далее. Соответственно, мы можем здесь загружать. Экскаватор, погрузчики, трактора, автопогрузчики можем. Трактора, в принципе, различные. Тоже автопогрузчики. То есть, так толком даже здесь. Смесители. Можем также все. Различные. Ну, да, вот именно, что очень много всего. Кабельные под, прицепы. Или что это? Не прицепы. Продукция. Кабельная продукция, извиняюсь. Кабельная продукция. Удобрения какие-то различные. Смесители, дорожный каток. Соответственно, плюс вентиляционная труба.
И плюс у нас, ну, очень много, ребят, на самом деле, все это очень много. Пиломатериалы, пожалуйста, без всяких проблем, трактора и так далее. Давайте мы что-нибудь, мы сейчас возьмем, посмотрим на именно на деле, как это все делается. Из грузов, что мы можем брать из грузов, перевозки грузов. Соответственно, мы здесь можем брать также, в принципе, все то же самое. Может быть, я не толком так не понял. Комбайны, мне кажется, все это то же самое. Ну, трактора это понятное дело, все это у нас, потому что у нас прицеп это все есть. Это может быть только что трактора. О, Украина, ребят, Украина, Украина. Так, сухофрукты. Ладно, давайте мы что-нибудь возьмем из грузов и, соответственно, все это посмотрим. Насчет прицепов, ой, насчет грузов, так я не понял. Давайте мы возьмем что-нибудь. Да просто ничто, я не знаю, вообще не важно. Давайте трактор просто, мы все равно от него откажемся. Мы просто хотя бы... Куда нам ехать? Ой, какой робкий прям луж. Ну, кенвортик, ребят. О, тихо. Блин, классно. Это, мне кажется, обновление. Прикольно стопэ. Мне кажется, прикольно обновление. Лучше даже обновление, чем в Евротрак Симулятор 2, мне кажется. Потому что мне нравится то, что здесь реально по-человеческому переведено все. А не как в ЕТС-ке, да? Никак не в ЕТС-ке, что, блин, все на английском поставили. Я понимаю, что это бета-версия и так далее, но то есть где-то, может быть, перевели, где-то не перевели. Но все равно, все равно. Так, ладно, не суть. Давайте мы посмотрим. Очень интересно, как это будет загружаться. А где нам загружаться? Ага. Мы пропустим его. Не понял. А, все, я понял, ребят. Забываю в Америке. Да, мы пропустим. Я честно скажу, что немножко ожидал немножко лучше. Вот так вот это примерно. Вот так это примерно все это выгружается, пожалуйста. Прицеп классно, не спорю. Мне нравится, мне нравится. Я, конечно, немножко ожидал, немножко, знаете, лучшего, что ли, не знаю. Потому что я думал, что в 1.44 какой-то будет в виде развития там все-таки, не знаю, как это сказать правильно, в виде выгрузки и разгрузки анимации. Вот я и это ожидал, просто ждал. Я не говорю, чтобы сделать анимацию дыма, когда мы там заводим звук, газуем и так далее. Я думаю, что это в будущем. По-любому будет. Ну ладно, с вами канал 24. Всех люблю, целую. Увидимся на видосах и стримах. В смысле? Я далеко стою. А, это пусть нормально. С вами канал 24. Всех люблю, целую. Увидимся на видосах и стримах. Обновляйтесь ЕТС-ку и Америку под 1.44. И катайтесь со мной в конвой с каналом А24. Всех люблю. Пока.